Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня вот такое для вас интересное видео. Я вам покажу, как я снимаю свои мастер-классы, что я придумала для того, чтобы делать вот верхнюю съемку, когда мне нужно показывать все сверху. Я тут очень много пересмотрела разнообразных решений на YouTube. И мне все это не очень понравилось, когда я начинала осваивать съемку мастер-классов. Поэтому я обратилась к англоговорящему сообществу и нашла, вот, к моей огромной радости, вот такой штатив. Ну, видите, вот он у меня прикреплен здесь к столу. Вот так вот. Идет сюда. Вот у меня телефон. Видите? Включить его, что ли? Ну, чтобы как бы видно было. Вот. Я могу регулировать и высоту. Вот так. По-разному, по-всякому фиксировать. Я могу двигать его вперед-назад. Я могу поворачивать вот так на съемку. Вот. Вот так вот. Если мне нужно делать селфи, ну, в общем, все что угодно. Очень-очень удобно. Вот. И пришло это мне... Ой. Вот. В такой коробке. И на самом деле это не штатив для телефона. Это штатив, видите, для микрофона. Но я заказала пару приспособлений. И в результате... Вместо того, чтобы держать микрофон, он мне держит телефон. Все ссылки я оставлю, которые я только использовала. Ну и теперь как бы мне намного-намного проще и легче. И я снимаю любой мастер-класс без проблем. И даже не мастер-класс. Если мне надо, я беру такой небольшой столик, двигаю куда надо, ставлю как угодно. Потому что его можно вообще прямо поставить, как обычный. А микрофон, вот, все это очень хорошо держит. Тут есть масса разных, видите, приспособлений, чтобы делать, вкручивать туда-сюда, крутить, вертеть, поднимать, опускать. Очень удобная вещь, легкая в обращении, к любой поверхности можно ее прикрутить. В общем, мне все это очень нравится. И самое главное, что она очень мобильная. Если мне надо куда-то поехать, я ее просто разбираю, ложу обратно вот в мою эту коробочку, еду, ставлю, где мне там получается, и делаю свои видео. Вот, ну, вот я считаю, что это очень хороший вариант. И это как бы предисловие к моей очередной съемке мастер-класса. Итак, приступим к мастер-классу. На самом деле это будет не совсем мастер-класс, я просто хочу продолжить рассказ о моем штативе и показать, как, в общем-то, я все это делаю. Вот, смотрите, допустим, я хочу собрать колечко. Вот у меня есть такой заказ, я уже приступила и вот начала тут делать все это. Теперь мне нужно сделать сборку. Смотрите, для того, чтобы, например, показать какие-то более мелкие детали, видите, что я делаю? Я просто вниз опускаю свой штатив. Конечно, я могла бы, как во всяком телефоне, взять, приблизить, удалить вот таким вот образом. Но это бывает, или просто вот так вот сделать. Но это не всегда удобно, не всегда резкость есть. Поэтому, когда я вот так вот опускаю, поднимаю, особенно вот видите, вот в этой ситуации, когда мне нужно показать вот эти все мелкие-премелкие детали, я вот делаю просто-напросто вот так. И все это настолько легко и удобно, что я до сих пор не могу нарадоваться, что я вот купила этот штатив, и теперь... Я им пользуюсь постоянно, радуюсь, и жизнь моя, конечно, стала намного проще.
Вот, предположим, я захотела снять один из моих рецептов. Очень полезно такой штатив иметь для тех, у кого кулинарные каналы на YouTube и на Instagram, и где угодно. Что я делаю со своим штативом? Я беру вот любую дощечку, прикручиваю в нижнюю часть штатива, она легко снимается. Затем я вставляю штатив. Все, готово, можно снимать. Сейчас я вам покажу, как, в общем-то, это делается. Итак, я настроила свой штатив так, чтобы телефон находился ровно над моей рабочей поверхностью. Я, к сожалению, вам вот этот процесс показать не могу, потому что телефон у меня всего лишь один. Но на самом деле легко представить, что вот здесь вот находится телефон. Вот, видите, как штатив. Вы можете такую съемку делать. Вы можете так вот опускать и поднимать. И здесь тоже. Так вот. Вот, то есть это очень удобно для съемок любых. Вот теперь я вставила свой телефон в этот штатив. И теперь я могу смотреть, делать все, что угодно, снимать как удобно все мои действия. Если мне понадобится, допустим, его приподнять, то это вот просто приподнимаю, опускаю, двигаю как мне угодно. Предположим, я хочу двинуть вот сюда, ну вот и штатив тоже сюда у меня двигается, в эту сторону. То есть легко одним движением руки. Если, предположим, я снимаю свои слайд-шоу или показываю свой антиквариат или украшения, вот тоже, пожалуйста. Я прям не отходя от места сейчас, просто принесла вот эту свою Леди Сюзен, вот такой поворотный круг, которым я обычно пользуюсь, если успели заметить. Вот, и делаю опять-таки съемку. Если мне нужно сделать обзор моих украшений, вот, пожалуйста, я делаю обзор моих украшений. То есть я буквально одним движением меняю позицию. Ближе, дальше. Конечно, можно и вот так воспользоваться телефоном, приближением и удалением в два раза. Вот. А можно и так вот. Ну, в общем, короче говоря, преимущество явно налицо. Очень мобильно, очень удобно. А самое главное, у меня свободные руки всегда. То есть я могу делать все, что угодно, и ничего держать при этом поддерживать не нужно. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. Я вам показала все преимущества такого штатива при съемке. Еще раз повторяю, все вопросы задавайте мне, я с удовольствием на них отвечу. Я уже этим штативом пользуюсь месяца полтора, наверное. Большое вам спасибо за просмотр. Я буду рада, если вы нашли для себя что-то полезное. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Обещаю, там будет еще очень много интересного. А на самом деле, вот это мое видео... Это уже номер 40. То есть за 2 месяца я успела собрать 40 различных видео по различным тематикам. Большое вам спасибо. Всего вам хорошего. До свидания.